Сегодня у нас проходит соревнование по триатлону Iron Way. Это харьковский бренд. Триатлон, для тех, кто не знает, это плавание, езда на велосипеде и бег на разные дистанции. Сегодня у нас спринт, самая короткая дистанция. Собралось 177 человек со всей Украины. Очень много людей, хорошие результаты, хорошая трасса. Все получилось. И когда будет, становится все более популярно. Приходят новые люди, занимаются, организовываются уже. Сейчас идет борьба не только между персоналями, но уже и между клубами, что нас, конечно, радует как организаторов. Уже 26 августа будет следующий этап лиги Харьков Iron Way. Это уже будет полужелезная дистанция. Я думаю, что участники, которые сейчас здесь, они будут практически в полном составе представлены там. Я сама легкоатлетка, я занимаюсь бегом. Просто так получилось, что у меня занимается сын триатлоном. Младший сын занимается, средний его тренирует, поэтому вся семья у нас в триатлоне постольку-поскольку. Хорошо, что все закончилось. Все замечательно, хорошо. В процессе было тяжело, сейчас отлично. Мне все понравилось, все было хорошо, все устраивало. А на этом старте буду каждый год участвовать. Я занимаюсь триатлоном довольно долго, поэтому это один из моих ключевых стартов сезона. Три вида, и в каждом можно совершенствовать себя до бесконечности. В этом сезоне это уже, насколько я помню, четвертый старт. Вот с самого начала, с весны, мы стартуем каждые 2-3 недели. Я всю жизнь занимаюсь спортом, начинал с гимнастики, потом перешел в легкую атлетику, а из легкой атлетики мне предложили уже начинать учиться плавать и заниматься триатлоном. Участникам я хочу пожелать успехов, больше работать над собой, и тогда все получится. Ну, так как мы все аматоры, на самом деле, у нас есть обычная работа, мы ходим на работу, после работы мы едем на велосипеде тренироваться, мы бегаем, мы ходим в бассейн, сейчас мы плаваем в открытой воде. Это очень сложно совмещать с работой, но меня поддерживает очень сильно муж, мы делаем с ним это вместе. Он сегодня тоже участвовал, прошел дистанцию на 10 минут раньше меня, я им очень горжусь. Когда делаешь это вместе, это намного интереснее. Очень-очень рада. Отличное мероприятие, город Харьков принял просто замечательное, классная организация, супер. Надо верить в себя. Если вам сложно, если вы знаете, что это нереально, что, возможно, чего-то не хватает, оно придет. Главное заниматься, верить в себя. И в какой-то момент, даже на последнем километре, бурная, уже бурная, не будет сил, но вера в себя поможет преодолеть это.